Если ты завтра хочешь бесплатно под подушкой найти iPhone, то просто прямо сейчас подписывайся на мой канал, ставь этому видео лайк и нажми на колокольчик. Прямо сейчас мне звонили полицейские и сказали срочно подъехать к дому Маши и Медведь. Сейчас, в общем-то, ребята, нам нужно найти их дом, я не знаю, где он находится. Так, ну вот, это моя тюрьма, как бы, да? Так, поехали. Да, вот так вот поехали, поехали вот на такой тачке, кстати, да. Ну, мои старые тачки, конечно, но все равно я скоро новую, наверное, буду себе покупать. Вот, где этот дом Маши и Медведь? Так, это домик 3 года. А? Чё, ребята, это чё такое? Это что это такое? А? Так, нифига себе. А чё тут? А? Ребята, чё тут делает полицейский? А? Так, всем стоять, чё вы тут делаете, а, полицейские? Ай, ёлки-мой. Короче... Нашего полицейского убили. Ты можешь разобраться в этом, кто это сделал? Нет, я не знаю, кто это сделал. А у вас есть подозрения? Да, у нас есть. Нам кажется, то, что это Маша и Медведь. Маша и Медведь? Ну, так, я сейчас сначала тут все осмотрю, понятно вам? Да-да, понятно. Так, сейчас я укольчик возьму, да, и вот этот шприц сейчас так, опа, убираем кровь, так, опа. Так, я тут возьму, если что, это на экспертизу, вы поняли, да? Да-да, мы поняли. Так, все, ну, я надеюсь, то, что реально вы поняли. Я не знаю, что тут вообще это происходит. Так, тут какая-то кровь, тут полицейского, ребята, убили, но я не знаю, кто это сделал. Так, все, мы улики, в общем-то, убрали. Так, так, давайте, в общем-то, я возьму вашу машину. Да, забираю, мой, конечно. Так, нам нужно найти этот преступника какого-нибудь. Так, ой-ой-ой. Так, все, мы в тачку сели. Кстати, смотрите, какая она крутая, реально. Не то, что моя тачка, вот это вот реально машина топовая какая-то. Ну, вообще просто крутая машина, я бы вам так сказал. Вот, поэтому мы сейчас на ней едем и ищем Машу и Медведь. Я не знаю, где эти Маша и Медведь находятся. Так. Ой, что-то ночью, ребятки, становится. Так. Так, все, вроде бы я прописал, все, да. Так, давайте их искать сначала в лесу, во-первых, да, потому что, ну, реально, они, мне кажется, в лесу где-то тут водятся. Вот, я не знаю где, но мне кажется, реально в лесу, ребята, да. Потому что, ну, мне кажется, то, что они реально в лесу водятся где-то тут или нет. Я просто реально, ребята, не знаю. Кстати, так, давайте сейчас возьмем одну пушку, очень интересную, да. Чтобы уж точно, так, вот это самая жесткая пушка, так, и давайте искать, в общем-то... Машу и Медведь. Так, сейчас погнали, в общем-то, я тут в лесу их поищу где-нибудь. Так, или в горах где-нибудь их надо поискать. Так, давайте быстрее побежали. Побежали в горы. Давайте вот так вот стреляем в горы. О, я, кажется, нет, не туда попал. Да. О, пушка у меня закончилась. Нет. Так, нам нужны ракеты, подождите, нам нужны ракеты, поэтому давайте возьмем мы ракеты сейчас вот из этого мода. Так, кстати... Я не знаю, как выглядят эти ракеты самые. Вот, но мы сейчас это узнаем. Так, давайте поищем эту их Маша и Медведь. Маша и Медведь, да. Чё, ребята, а чё это они тут делают? Смотрите, реально, это же Маша и Медведь. Так, ну-ка стоять, всем не двигаться. Давайте. Вы можете сохранять свою... Так, ладно, давайте, в общем-то, их забираем уже. Реально, их надо забрать под арест, мне кажется. Да, ребята, давайте их... Возьмем вот этой вот штучкой, да, давайте, все, забираем их. Все, они мне реально надоели, потому что, ну, реально эти Маша и Медведь, так, сейчас их надо отдать полицейским, да, ребята, давайте сначала до моей машины дойдем, полицейской машины мы дойдем сначала, а потом уже их отдадим полицейским. Я не знаю, что они будут делать, вот, поэтому давайте же мы посмотрим. Что же они будут делать? Возможно, они подерут... Ну, я не знаю, я не на... Ну, еще не уверен, конечно, то, что они там начнут драться, но возможно, так и будет, ребята. Поэтому давайте мы их сейчас поставим туда, то есть, да. Так. Ой, как бы в этот забор мне не врезаться. Так, вот вам вроде бы Маша, а вот и Медведь, да. Вот, забирайте. О, спасибо, Евгенбой. Так, ребята, они начали драться. Что тут вообще происходит? Смотрите, они реально тут дерутся, да, Маша и Медведь, они реально дерутся. Я не знаю, что тут вообще происходит, но вы просто посмотрите, ребята. Офигеть, вот это да, ребята, фух. Офигеть, они реально, смотрите, как они просто дерутся.
Вон, смотрите, так давайте полицейскому помогать. Так на-на-на, давай с оружки вот так вот. Пяу, пяу, так с лазера, да-да-да. Так, ну-ка, давайте-ка, давайте, пяу, давайте полицейскому помогаем, помогаем. Пяу, 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 пяу. Ой, нифига себе, медведя тут. Ой-ой-ой, полицейский, эй-эй, тихо-тихо-тихо, это несправедливо. Так, аккуратней, полицейские, это несправедливо, вы вдвоем на Машу одну наезжаете, реально, это реально несправедливо. Так, а чё, куда Маша-то делать? Что вообще произошло? Так, офигеть. Вот это да, они реально тут, они реально вообще какую-то тут штуку такую сделали, да. Так, ладно, надо Машу и Медведя посадить вообще, да, поехали их посадим. Я их, в общем-то, уже взял, типа, на руки, и надо их уже посадить в тюрьму. Да, кстати, нашу тюрьму надо достроить сейчас будет, потому что она не построена нифига. Да, и поэтому мы сейчас ее бежим достраивать, да, ребята. Так, опа. Ой, тут три кота, балди сидят уже, они реально тут уже задолбали сидеть, если честно, вообще надоели тут, они скучные очень. Да, они очень скучные. Так, давайте пропишем сет 2. И вот где-то вот так вот, сет 2. Ну, как-то вроде бы вот, подождите, вот, да ё-моё. Так, это я тут это, что-то пушкой своей сделал, да, сейчас. Вообще какая-то жесть. Так, 001, так, 001. 001, давайте это поменяем. Сет 0001. Во! Все, отлично, ребята, все, мы поменяли пол уже, наконец-таки. И сейчас мы сможем в тюрьму посадить Машу и Медведь, ура! Так, все, тут это все закрываем, вот это уже точно тут все закрываем, вот это вот так, так, так. Так, все, быстрее, 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 мы тут это переключаемся, так, так, так. Все, ребята, вот так, 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 так. Так, 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 все, фух, отлично, так, 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 решо, я не знаю, прутья, наверное, прутья, во, да, вот такие вот прутья надо поставить им, чтобы реально они тут вообще как в заперти были, да, вот, мы им ставим вот такие вот прутья, да, так, 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 дверь, так, теперь берем дверь вот такую вот железную, ставим тоже вот сюда, сюда. Я не знаю, зачем мы тут поставили, но вроде бы тут одна дверь вот эта вот должна вроде бы быть. Так, ну и все. И сейчас мы посадим сюда Машу и Медведь. Вот они, наши красавцы. Это что такое было? Так. Ой, а Маша-то на свободу выбралась. Блин, ё-моё. Так еще и Машу сейчас как-то надо искать. В общем-то, полицейский как-то она сбежала, видимо, когда они дрались, она убежала. Вот, ну успела убежать, в общем-то, вот. Я не знаю, что делать. Сейчас мы ее поищем. Да, ребята, наверное, мы ее поищем. Так, погнали, мы ее поищем сейчас где-нибудь. Так, там полицейский лежит, как раз-таки надо нам что-то с ним сделать. Наверное, мы его просто уберем сейчас. Да, ребята, мы его просто, наверное, сейчас уберем. Все, прощай, полицейский, ты был реально хорошим. Так, не, вот лучше вот сюда вот его поставить, да, положить. Давай, прощай, полицейский. Все, в общем-то, давайте. В общем-то, полицейский, давайте уже разъезжайтесь. А, да, хорошо, Юнгенбой, конечно, сейчас мы уедем. В общем-то, ребята, на этом все. Не забывайте подписываться на мой канал, ну а также ставить лайки. Ну а у микрофона был я, Юнгенбой. Всем удачи и всем пока-пока, я вас всех люблю. Ребята, так вот где Маша, офигеть, она тут появилась. Ничего себе! Так, надо срочно мощные какие-нибудь пушки на ней испытать. Так, давайте. Ой, эта пушка что-то вообще не заряжается, давайте попробуем, давайте. Маша, ой. Так, что-то пушка не работает, ребята, да, я не знаю, что делать. Так, вот это может. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Давай, Маша. Давай, бам-бам-бам. Да, вот так вот. Бау! Смотрите, мы ей прямо в лицо так. Бам-бам-бам-бам-бам. Бау-бау-бау-бау-бау-бау. Да, это реально круто. Так, 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 давайте вот этой, вот с этой штуки. Я не знаю, офигеть. Вы смотрите, что она делает, ребята. Так, и давайте ей ядерной штукой вот этой вот попробуем. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Просто, ребята, ее просто мы сейчас просто, я не знаю, что мы с ней делаем. Но вот этой вот штукой. Бау! Ой, ничего себе, вы посмотрите, какой ядерный взрыв она оставила. Эта штука реально опасная. Я даже не знаю, это что за штука, слизень какой-то, смотрите. Я могу вот так вот слизень разбрасывать, и смотрите, он бабахает, смотрите. Давайте под низ, под ноги прямо слизня бросать, и он у нее
Бабахает реально так. Так, так давай. Бау! Мы Машу победили, ура, ребята! Да, это реально круто, так мне сейчас все достраивать, да. Ё-моё, да, наконец-то я нашел эту...